Всем привет! Сегодня у меня вот такая вот интересная посылочка с канала Kingston. Я участвовал в конкурсе и выиграл там карту памяти на 64 гигабайта. Давайте посмотрим, как это было. Очень приятно, спасибо каналу Kingston, что проводит такие конкурсы. Сейчас мы их вскроем и посмотрим. Неплохо, правда? Но пора узнать, кто же получает долгожданные призы. Начнем с карт памяти. Их получают авторы трех видео, набравших большее количество лайков. Это Александр Косыгов, Александр Мачек и Егор Панасенков. Ура, победители! Скоростная, микро, с адаптером. 4К Ultra HD поддерживает. Ну, в общем, карта хорошая. Ну, в общем, отличная карта. Спасибо еще раз каналу Kingston за такой прекрасный подарок. Участвуйте в конкурсах и выигрывайте. Всем пока. Еще раз поздравляем всех победителей.